Давным-давно, еще в прошлом веке в магазинах были только шпроты, кильки и сайра, поэтому многомиллионная армия хозяек изобретала всевозможные деликатесы, в том числе и бутерброды с сайрой и яйцом. Бутерброды с сайрой и яйцом очень сытные, а для тех, кто любит рыбку, и очень вкусные, скажу сразу, что бутерброды с сайрой отлично сочетаются с пивом, так что на спортивную вечеринку, для любителей поболеть у телевизора, они очень даже подойдут. Можно исключить шаг подрумянивания батона в духовке, а сразу намазать их майонезом и сайрой, посыпать сыром и отправить в духовку, так они будут мягкими, а не хрустящими. Обязательно подайте к бутербродам с сайрой и яйцом свежие помидоры и огурцы. Успехов и приятного аппетита! Список ингредиентов в конце видео. Подготовить продукты. Яйца отварить. Хлеб порезать. Лук мелко порубить. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Сайру выложить в чашку и размять вилкой, добавить лук. Добавить яйца, размять вилочкой и все перемешать. Добавить майонез. Добавить зелень и перемешать. Сыр натереть на крупной терке. Хлеб поджарить в духовке 10 минут. Тосты смазать майонезом. Нанесите сайру с яйцом на хлеб. Посыпьте бутерброды сыром и отправьте в духовку разогретую до 200 градусов на 20 минут. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот что нам понадобится. Консерва сайра в масле, 1 штука. Батон, 1 штука. Сыр, 200 штук. Лук репчатый, 1 штука. Яйцо, 2 штуки. Петрушка, 3 штуки. Веточка. Укроп, 3 штуки. Веточка. Майонез, 50-100 грамм. Количество порций, 8. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Люблю вас, друзья, жду снова.